26 июля в Омск прибывают спортивные делегации, которые примут участие в 13-х всероссийских летних сельских играх. Одной из первых прилетела команда из Республики Беларусь, а мячи встретили гостей хлебом и солью. Особые слова благодарности команде нашей дружественной Беларуси. Благодаря вам наши соревнования и в дальнейшем, надеюсь, будут иметь статус международных соревнований. Наш город, учитывая, что здесь команда Краснодара, занимает второе место в России после Краснодара по солнечным дням. И мы надеемся, что погода будет нам благосклонна во время проведения соревнований. Ну а в знак нашей гостеприимности прошу испробовать наш хлеб, соль. В составе белорусской команды 28 спортсменов. Гости намерены побороться за призовые награды и в личном, и в командном зачете. У нас тоже проводятся мероприятия. Очень интересно посмотреть, как у вас это все организовано, достаточно масштабно. Тут и хочется принять участие, достойно выступить, и также взять для себя какие-то моменты, которые мы еще, возможно, не владеем. Мы очень рассчитываем достойно выступить и, надеемся, награды увезем. Особые надежды гости из Белоруссии связывают с выступлениями своих команд по гиревому спорту и волейболу. В перспективе рассчитывают развивать сотрудничество с Омским регионом. Участие в каких-то необычных новых мероприятиях всегда бодрит, всегда это движение вперед, это что-то необычное. Опыта в таких играх участия не было. Я думаю, что мы найдем здесь друзей. Потом мы что-нибудь обязательно почерпнем из вашего опыта. Надеюсь, что-то и вам от нас будет полезного в плане развития. Вместе со сборной Белоруссии в Омск прилетели команды Воронежской, Новгородской областей и Краснодарского края. Всего в соревнованиях по 14 видам программы выступит 1300 спортсменов из 50 регионов России и Беларуси. Торжественное открытие 13-й всероссийских летних сельских спортивных игр состоится 27 июля в 19:00 на Соборной площади.